эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. На скорости с комфортом первые совместно белорусско-швейцарские электропоезда начнут выпускать уже в апреле. Президент Беларуси провел встречу с генеральным директором компании «Штадлер». Новые перспективы сотрудничества. Беларусь и Кемеровская область договорились расширить совместное производство карьерных самосвалов. Минск-Транс временно приостановил движение автобусов из белорусской столицы в киевском направлении до нормализации ситуации в Украине. Необычная акция прошла в общественном транспорте Гродно. Пассажиров встречали восковые фигуры. Реализация белорусско-швейцарского проекта с компанией «Штадлер» получит дальнейшую поддержку со стороны Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором швейцарской компании. Сотрудничество с лидером по производству железнодорожной техники в Швейцарии поставлено на рельсы давно. В 2010-м Беларусь закупила 10 швейцарских электричек, которые курсируют на городских и региональных линиях. Сейчас швейцарско-белорусский тандем строит в Анполе совместное предприятие по производству скоростных электропоездов. Оно начнет работу уже в апреле. Объем инвестиций около 50 миллионов евро. Мы на вашем примере показываем, каких инвесторов мы хотели бы видеть в Беларуси. Как мы с вами и договаривались, вы очень оперативно построили завод в Дзержинске, который начинает выпуск самой современной продукции. Строятся другие корпуса для производства более широкого спектра продукции, которая характерна для вашей компании. Мы в этом очень заинтересованы, потому что это продукция ваша, которую вы будете выпускать в Беларуси вместе с нами, это будущее. Есть очень много желающих покупать эту продукцию. И мы готовы серьезно участвовать в развитии вашего бизнеса на территории Беларуси, чтобы это был действительно белорусско-швейцарский бренд. Мы умеем работать, отрасль машиностроения у нас высоко развитая, и ваши технологии как раз к месту для того, чтобы их развивать здесь, на территории Беларуси и всего таможенного пространства. Строительство идет хорошими темпами, в запланированные сроки. Сейчас в Швейцарии на обучении 70 белорусских специалистов. Они будут заниматься сварочными работами. Планируется также направить к нам на обучение еще 50 специалистов, которые будут заниматься финишным монтажом. С Беларусью у нас тесное многообещающее сотрудничество как при проведении строительных работ, так и при подготовке кадров. Основной вызов, с которым мы столкнемся при запуске производства, это сборка двухуровневых поездов для московской компании «Аэроэкспресс». Успешное выполнение этого заказа для нас – дело престижа. 25 двухэтажных поездов белорусской сборки свяжут российскую столицу с тремя аэропортами. Планируется также поставлять в Москву поезда для метро и трамваи. Есть интересы на внешних рынках. Заводы швейцарской компании работают в Германии, Польше, Италии и других странах. А на территории СНГ это будет уникальное производство. Мы получим совсем другую экономику транспорта. Потребление энергоресурсов на порядок ниже. Если комфорт гораздо выше. И вот этот проект – это фактически модернизация транспортной системы. Беларусь и Кемеровская область договорились расширить совместное производство карьерных самосвалов. Речь идет о передаче документации на БелАЗы грузоподъемностью 130 и 160 тонн. Такая форма сотрудничества с полной передачей ноу-хау, то есть производства, а не только сборки, в мировой практике встречается нечасто. Это позволяет вывести партнерство на более высокий уровень. В городе Прокопьевск на площадке завода «Подземтрансмаш» уже производят белорусские самосвалы грузоподъемностью 90 тонн. В Кузбассе сосредоточено большое количество угольных разрезов, и потребность такой техники очень высока. Кемеровская область – это входит в десятку крупнейших торговых партнеров Российской Федерации, 9-е место. Я думаю, что перспективы у нас очень хорошие, и мы полагаем, что можно выйти и на миллиардный товарооборот в этой пятилетке, например, где-то. Если не в этом, то, по крайней мере, в следующем году. Все основания для этого есть.
Еще одно перспективное направление работ – весовой контроль на железной дороге. Для нашей страны это новый проект, в то время как кузбасская компания уже давно известна на российском рынке. Собрали такой уже небольшой круглый стол наших кузбассовцев вечером, поговорить, какие результаты. Вот. И хочу сказать, что очень многие представители просто очень так энергично взахлёб рассказывают, какие удалось достичь предварительной, конечно, договоренности. Посмотрели совместное сотрудничество с предприятием НИВА. Также были найдены возможные варианты сотрудничества с учетом компаний, которые находятся в Кузбассе. И для того, чтобы не терять на логистической цепочке, можно было совместно отработать. Местное самоуправление, проблемы и перспективы. О роли власти на местах сегодня шла речь на научно-практическом семинаре в Академии наук Беларуси. Участники встречи обсудили проблемы современного политического устройства, а также взаимодействие органов местного самоуправления и предпринимательства. Всего прозвучало порядка 20 докладов. Особое внимание ученые и политики уделили вопросу готовности избирателей к выборам. Так как здесь присутствуют и кандидаты в депутаты городского совета, областных советов, местных советов, для них крайне важно знать, как живут сейчас люди, какие у них устремления, какова психология. И вот этот обмен мнениями с учеными, с практиками, с руководителями, с представителями власти, с общественными лидерами, это очень полезно. Местные органы самоуправления, это, мне кажется, основное звено, которое работает напрямую с людьми, с народом. И то, что вот сейчас намечаются выборы, главное, чтобы пришли местные органы, люди очень активные, деятельные, предприимчивые. Беларусь готова рассмотреть вопрос об оказании медицинской помощи пострадавшим во время событий в Украине. При этом ведущую роль будет играть даже не МИД, а Минздрав, как профильное ведомство, если будет соответствующее обращение. Об этом сегодня сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Отношения с фактическим новым руководством нашей южной соседки будут выстраиваться по мере формирования фактического нового руководства нашей южной соседки Украины. На данный момент, насколько нам известно, соответствующий процесс не завершен. Дадим ему завершиться, тем более, что Республика Беларусь неукоснительно следует принципу невмешательства во внутренние дела, как Украины, так и других стран, и рассчитывает на скорейшее урегулирование ситуации в Украине. Минск-Транс приостановил движение автобусов из белорусской столицы в киевском направлении. Речь идет о рейсах Минск-Киев-Очаков и Минск-Киев. Они будут восстановлены после нормализации ситуации в Украине. Напомню, с 19 февраля были сокращены маршруты автобусных рейсов до Чернигова, а с 25 и вовсе прекращено их движение. Обстановка в Украине остается крайне напряженной. Главный очаг противостояния – Симферополь. Верховная Рада Автономной Республики Крым объявила о проведении референдума по вопросу о статусе автономии и расширении ее полномочий. С обращением к местным жителям выступил президиум крымского парламента. А накануне в Крыму прошли митинги как в поддержку, так и против новой власти. В ходе столкновений погибли 3 человека, несколько десятков госпитализированы. Между тем, сегодня Верховная Рада Украины утвердила Арсения Яценюка в должности премьер-министра. И сегодня же началось формирование нового правительства народного доверия. В центре Москвы на территории средней школы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. На место происшествия уже прибыли пожарные, полицейские и инженерно-саперный отдел. В целях безопасности из здания учебного заведения эвакуированы 400 человек – учителя и учащиеся. Движение транспорта по улице, прилегающей к месту обнаружения снаряда, перекрыто. Близ торгового центра в столице Катара Дохи взорвался газовый баллон. В результате ЧП погибли 9 человек. Несколько десятков получили ранения. Состояние 16 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Большой урон нанесен зданию торгового центра. Известно, что обрушилась часть крыши. По предварительным данным, взрыв произошел в одном из ресторанов, примыкающих к торговому центру. Обстоятельства взрыва выясняются.
Преступники, жестоко убившие солдата в центре Лондона, приговорены к пожизненному заключению. При этом один из них имеет право на досрочное освобождение. Правда, не ранее, чем через 45 лет. Судья учел, что молодой человек, в отличие от сообщника, не высказывал экстремистских взглядов. Напомню, трагедия произошла на оживленной улице Лондона в мае 2013-го. Двое преступников нигерийского происхождения сбили военнослужащего Ли Ригби машиной, а затем нанесли ему множество ножевых ранений, от которых тот и скончался. Многие считают приговор суда слишком мягким и настаивают на смертной казни. Астрономы обнаружили свыше 700 новых планет. 4 из них превышают размеры Земли в 2,5 раза и вращаются в обитаемой зоне своих звезд. Это значит, что на них могут быть условия, подходящие для возникновения жизни, аналогичной земной. Все эти объекты были открыты при помощи космического телескопа «Кеплер». Напомню, он был запущен в марте 2009 года. Основная задача – поиск и исследование планет за пределами Солнечной системы. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Звезды мировой эстрады в общественном транспорте Гродно. Правда, нереальные, а загримированные под знаменитости участники необычной акции. Они неподвижно стояли в автобусе, подобно восковым фигурам. Пассажиры, вошедшие в автобус, могли не только посмотреть на копии известных артистов, но и послушать их пение. Для этого необходимо было просто пробить талон в специальных компостерах. После чего начинала звучать музыка, и фигура оживала, исполняя песню своего героя. Таким необычным способом молодые люди решили призвать горожан оплачивать проезд в общественном транспорте. Безбилетников хватает, очень много безбилетников. Но таким способом, то есть не таким, что вот приходит женщина, контролер, там кричит, вырывается, убегает. А вы видели тоже вот в автобусе, люди заходили, улыбались, прививали талон и, слушай, приятно проводили время. Я думаю, что это не только возможность показать себя в новом амплуа, но и сделать позу для города, для людей, показать, что все-таки нужно оплачивать проезд. Подробнее о событиях в мире спорта в обозрении Светланы Сиротко. Следующий выпуск новостей в 19:30. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго.